Сейчас мне вспомнилось в детстве, когда мы с мамой пришли на остановку в Самбадхи, в нашем Вишкарале, на остановку двойки от троллейбуса, по которой они с братом говорили «вжик» и «там». То есть, что она очень быстро везет до училища музыкального. И там сидела собачка на скамейке внутри остановки. У нее на бороде висели льдинки, она вся дрожала. Была зима. В общем, вот так сидела эта собачка. Больше я ничего не помню. Помню только, что я переживал за эту собачку очень сильно. Ну, а мы сейчас возвращаемся к усадьбе Чехова, после которого был источник и наша замечательная база отдыха. Подустали что-то. Сейчас надо встать, подумать, что делать дальше вообще. Усталость и грусть затягивает. Но когда речь идет о том, чтобы чисто выжить, можно и побыть блогером, согласитесь. То есть камера, конечно, очень даже держит на плаву. Так, вот у нас... Я помню, снаружи этот знак, с той стороны, куда мы сейчас едем. Значит, уже близко у нас усадьба Чехова. Посмотрим заодно, сколько там народу. Разъехались они или нет. Сейчас я тут хочу где-то встать, отдохнуть.